Ребят, всем привет! С вами снова Диана, и сегодня 31 декабря. Сегодня Новый год. И это последнее видео от меня, которое вы видите на новогоднее. И сейчас мы с Мариной пришли кушать. Марин, ты осознаешь, что сегодня 31 декабря? Я совершенно ничего не осознаю. Марин, как ты это назвала в прошлый раз? Как-то так, сейчас с Лёблюшем, из Лёблюшем бегу. Вкусно. Вау. Я, значит, потеряла свой кошелёк и нашла его. Чуть не дошло до истерики. Это вообще, я просто не знала, что делать. Я думала, что за Новый год? Что вообще делать? Нет, всё в порядке. Сейчас мы идём с Мариной на Хунде шопиться. Потому что мы не знаем, что одеть на Новый год. Девочки такие девочки. Сам-то день. Ребят, пожалуйста. Знаете, куда вы кладете свои вещи? Плюс это вообще подарок. Так что мне было бы вдвойне обидно, если бы потеряла, но нет. Все в порядке. Идем. Шопиться. Рассказывай, Марин. Что рассказывать-то? Что тут на Хунде есть? На Хунде это один из молодежных районов Сеула. В основном тут всякие магазинчики. Одежда, косметика, ну и бары, и клубы. Ну да. Так. Очень много народу, так что сейчас мы будем пробиваться. Мы идем сейчас по магазинам. Оп! Синяка! Марин хочет, чтобы я надела на Новый год. Боже, это пижамка. Олени есть. Это пижамка. Хочешь себе такую? Хочешь, нет. Я подарю пижамку? Нет. Как хочешь. Нет. Боже мой, почему ничего нет в этом мире? Ты когда будешь танцевать, она будет развиваться. Потому что Покахонтас, это твой стайл, между прочим. Стайл моей бабушки. Вы видите эти красивые свитера? Просто. Марина живет рядом с Джорданос, вот с этим магазином на Синчоне. У нас просто не было таких вывесок. И мы просто расстроены. Потому что там, я всю зиму мечтала о свитерке, таком зимнем, оленьем, как такое. Но я нигде не могла их найти, и тут бах, зима кончается. Ну как, Новый год заканчивается, и все. Просто лохи с Мариной. А. Когда вы не знаете, что одеть и что вообще делать, Zara — это просто... выход. Зара со скидками. Зара со скидками. Это, они так делают каждый год, кстати. Вот у них год заканчивается, сезон, получается, заканчивается, и они распродаются, что они не могли распродать. И это самые замечательные дни в моей жизни просто. Да. Так что мы с Мариной теперь примерно знаем, что одеть. И все прекрасно. Наконец-то. Да. Теперь мы идем до дома, а там уже посмотрим, что. Очень поздно вечером, ну как очень поздно вечером, сколько сейчас время? 15 минут, надо выходить. Короче, это то, что я купила в Заре. Оп. Маечка. И Марина купила у нас рубашечку. Ну, нужно стереть мои брови. Короче, мы почти готовы. Выходим сейчас с вещами, готовим стол, накрываем, все это этим занимаемся. Ну как накрываем стол? У нас всего два салата, но это не важно. Короче, мы туда первые идем. Даем денежку, все. И да. Я думаю, поснимаю чуть-чуть, как это все будет начинаться, но не знаю. Мне кажется, люди будут против. Вот. Но посмотрим. Так что да. Буду надеяться, что у меня будет время поздравить вас с Новым годом. Но если нет, я вас поздравляю с Новым годом. Всего желаю самого-самого-самого замечательного. И, блин, я даже... Вы не представляете, сколько много вы для меня значите и как... Много это для меня. Постоянно делать какие-то видео и знать, и видеть какой-то фидбэк от вас, и получать такие приятные-приятные слова, и ощущать вашу поддержку, и как вы интересуетесь, как у Марины дела. Меня это очень-очень радует, и я даже не знаю, я безумно вам благодарна и всегда буду, и если что, всегда вы знаете, что есть на свете один человек, которым вам очень-очень дорожит, и если у вас когда-либо будут какие-то проблемы, обязательно пишите мне. Если вы захотите услышать мой совет, я очень-очень постараюсь вам помочь. И да, так что с наступающим вас 2016 годом. Я вас всех очень-очень люблю и обнимаю вот так. Очень сильно. Так что да.
А мы побежали. Короче, мы тут пришли, вот наши апартаменты на ночь. Уп. Наши салатики стоят тут. Там дальше манду и вино и шампанское. Сейчас мы всем ждем остальных. Но проблема в том, что у нас туалет там был, и там все просвечивалось. Сейчас вроде посвесили полотенчика нормально, но так мда. Марина, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что я не буду много пить, чтобы терпеть, чтобы мне долго не пришлось терпеть. А ты хочешь сказать про Новый год? И про уходящий год? Ну, сейчас просто мы собрались, мы сейчас начали готовить на стол немножко. Скажи, наш стол великолепный. Великолепно. Ничего, немного так приходит праздничное настроение. Нормально. Можем включить новогоднюю музыку вместо этого. Сейчас, ребят, уже 4 января. Сейчас 4 января, и мы не можем с Мариной громко говорить. Потому что наша, точнее, Марина соседка ругалась один раз, когда мы очень громко смеялись, так что вот. Ну да, прошло уже 4 дня с Нового года. Марин, как мы с тобой встретили Новый год? Было очень весело. Это вообще было весело, на самом деле. Мне кажется, да, это один из таких дней, которые я буду вспоминать с теплотой. Да. Просто да, я не могла снимать все, потому что, во-первых, много вещей, которых мы делали. Тебя позабанили там. Да. Вот, и, короче, решила просто расслабиться, отдохнуть с друзьями и встречу Новый год в кругу людей, с кем мне очень приятно общаться, с кем мне всегда очень-очень весело. Так что, да, мы, наверное, обсуждали события этого дня, этого вечера, этой ночи, прошедшие 2 дня. Мне кажется, до сих пор, если что-то всплывет смешное, будем с этого угорать. Ну, в общем, было очень классно и круто, и были моменты какие-то не очень приятные, потому что когда гуляешь в большой компании, всегда что-то случается, но это все ушло на второй план, и все было хорошо. Так что я безумно рада, что я встретила этот Новый год в Корее, и прям, я не знаю, очень-очень было весело, при том, как мы переживали, что будет не так, что пойдет, как что, может, нам будет скучно, но нет, все было замечательно, и я безумно рада. Марин, что ты хочешь пожелать моим зрителям в этом новом наступившем 2016? Что я хочу пожелать? Ну да, чтобы с вами был всегда, чтобы у вас был хотя бы один человек, с которым вы могли бы поговорить, поделиться хорошими и плохими воспоминаниями, ну или что-нибудь такое. Короче, а еще хорошо учитесь. Да, а еще хорошо работайте, а еще денег побольше, и чтоб покушать было. Самое главное, чтоб покушать было. Ты просто, Марина сейчас говорит, потому что мы только что покушали. Это говорит вам бедный студент, который... Желаю вам с Мариной всего самого замечательного в этом наступившем году. Я это уже говорю 10 раз, потому что моя камера не хочет со мной работать. Но я возвращаюсь в Пусан в это воскресенье. Не знаю, когда будет следующее видео, потому что опять... Школа, учеба. Бабушка, кстати, может быть, приезжает, так что из-за этого тоже не получится. Если вам понравились видео новогодние, которые я выставляла, напишите мне в комментарии. Я обязательно постараюсь сделать в следующем году их тоже. Напишите, кстати, в комментарии, как вы провели 31 декабря, 1 января, ту ночь. Нам будет с Мариной очень интересно почитать. И мы вас всех очень сильно любим. Приятно познакомиться было. Да, и увидимся с вами потом. Пока.